Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь уже на горе Инашима. Вот. И здесь находится вот такая смотровая площадка, вот там внизу немного, пониже, около сада. И с хорошим видом на этот, как его назвать, Марин. Это, то бишь, я гавань, бухта для этих самых. Ну, яхт. Юра. Вот. И, соответственно, отсюда все хорошо видно. Вот там находится вот у них какой-то выставочный комплекс и стоянки, разные дома, вот жилые как бы. Все, мы потихоньку поднимаемся наверх. Кстати, у японцев есть тоже такие традиции, вешать замки на забор, закрывать их там на ключ или... А ключ выбрасывают в море. Да, либо закрывают, да, либо некоторые, кстати, кодовые вешают, я не знаю для чего. Видимо, чтобы потом открыть, да, можно было его там. Ну, вообще их взламывают очень легко, эти кодовые замки. А вот, кстати, ключ что-то отдельно повесил, видишь? Это на случай, что если кто-то захочет прийти, чтобы открыл и унес с собой. А мы потихонечку идем. Выше, выше. Тут как бы гора. Можно воспользоваться эскалаторами, которые идут вот во всякие вот в эти храмы. Заходят. Но так как я храмов уже достаточно много снимал, всяких разных. И на Такао-сан. И так далее. То в данный момент как бы вот снимать опять храм, то есть как бы не очень хорошо. Да и у них правило, что нельзя снимать в храме. Это как бы такое... желательно снять. А, о, как у нас вот, да, вот декабристы растут, вот цветут точнее. И такое есть у нас. Тут красный, а этот белый. И белый есть у нас. И вот такой цветок. Ну да, здесь вот есть похожие очень растения. Это велосипед чей-то. Вот, вообще здесь как бы... В Японии много из России, которые вот много растений, как в России, также тропические растут. Вот черные кошки всякие, вот интересные такие. Такие глаза такие черные прям. Черные-черные. Это вот, видишь, Якогама Суми Моногатари. Это вот специально из черного... Из какого-то камня делаются, из черного гипса или я не знаю, что это такое. Вот, прикольная кошка вот. Маленькая, милая такая. Написано не фотографировать, но... Или вон эти собачки. А цены внутри магазина. Это под заказ, видимо, делают здесь. Написано, что замер, то есть, ну, примерка 0 йен. Zero, типа. Ну, а потом тебе там предоставят. А вот цены, вот. Один человек, 1000 йен. Ну да, да, фото. А, кошки? Не знаю, вот смотри, свадебные фотографии 35 тысяч йен, альбом. Ладно, надо идти. Ну, а мы продолжаем. Далее вот ждет нас такой вот неплохой вид на поляну. Это практически же самый верх, там как раз находится маяк. И можно туда на маяк пройти. А здесь вот эскалатор. Эскалатор стоит 750 йен до самого верха, в одну сторону. Вниз эскалатора нет. Печально. Такие вот типа сосны японские. Я не знаю, какая это модель сосны. Так, с длинными иголками. Но это не похоже на лиственницу. Похоже на... Да, да, да. То есть шишки есть. Кедровые, причем какие-то такие здоровые. Длинные иголки. И, а вот там название есть у нее, кстати, можно прочитать. Это Куромацу.
Да, лещи. А, да, куромащи. Куромащи. Вот такая сосна. Вот на даче вот хорошую вот такую вот электростанцию ставить. Видишь, там ветреная и солнечная стоит. Ветреную нельзя, от нее ничего не растет. А, ветреной здесь нет? Обычно сверху еще вентилятор стоит. Нет, вот, вот такую мне надо станцию. И что стоит она здесь? Не знаю. Пошли туда пройдем. Там. Мало, мало бывает. Вот, вот это вот батареи стоить. Сколько тут? Четыре штуки, да? Две большие? Три. Сверху одна. А зачем проволока сюда? Че? А зачем эта проволока? Провода были. А, их просто обрезали? Да. А я думал, они на солнечной батарее. Не, ну, как есть и на солнечной батарейке. Вот такая вот здесь вот. Вот птички сидят, вон что-то. Смотри, как красиво будет ночью. Да, вот там иллюминация, видишь, весь пол усеян этими. Вот я говорю, как раз ночью здесь вот, вот почему, маяк. Маяк, и как раз вот он светится, и от него там огни идут. И здесь вот тоже все вот в огнях, все это оформлено очень грамотно так и аккуратно. Вот. В принципе, в Японии везде аккуратно все оформляется. Надо сфотографировать сейчас. Снова всем welcome. Ну, вот такое, значит, место здесь хорошее. Очень смотровая площадка на, и вид на океан. Это вот Иношима как раз. А вон те вот, кстати, товарищи на этих, как они называются, серфингах с веслами ходят. Вот здесь вот такой вот вид, прям замечательный. Коршуны летают там, ищут добычу. И вот там вид на Фуджи. Вот. А вот это дерево, оно обмотано все гирляндой, оно ночью светится прям все хорошо так. То есть вот видно отсюда, черненькая такая. Вот Фуджи прям над облаками так возвышается, так все красиво тоже. Вот сейчас, правда, туда закрыт подъем на Фуджи, потому что там снега, холодно и опасно там сейчас подниматься. Но, в принципе, люди поднимаются, как бы, нормально. Если желание, то есть надо. Вот, то есть с этой стороны вот тут находится маяк как раз. Смотровые бинокли за 100 йен. Вот, если кому интересно, может себе пить такой просмотр. Там, по-моему, сколько? Один раз. Да-да-да, один раз. То есть стоит там, как бы вкладываешь и смотришь, сколько влезет. Потом отходишь, его оставляешь, он там вот так вот вниз падает и отключается, соответственно. То есть если чем-то подпереть, то можно смотреть бесконечно. То есть один заплатил с утра, все остальные смотрят его нормально. Да, на маяк подняться можно или плавно? Ну, наверное, можно, видишь, там люди по лестнице поднимаются. Вот, а там вот как раз это находится. Иллюминация там. Ночью здесь иллюминация хорошая. Новая. Я продолжаю также снимать остров Иношима. Вот. Мы ушли от маяка. Маяк вон там вот находится. На маяк на самом не пошли, так как времени нет. И вот решили поснимать здесь скалы. Вот здесь такое ущелье такое красивое. Вот здесь китайцы ходят. Вот, и здесь вот эти. Плавают там всякие. И тут как раз вылавливают эти. Как они называются? Ракушки. Здесь вот мусорки. Вид красивый, конечно. Вот маяк сам находится. いいえ、ここじゃないですか。ほら、待ってろ今。携帯をしましょう。あんなことやったら。じゃあ、もう продолжаем。Будет еще что интересное, обязательно включу.